Давай. Все. Поднимайте борт. Вот сегодня 19-е, утром. Рано. 5 утра уже мы все подготовили, чтобы вывести. Говорят, будет большая очень жара сегодня. Да бог его знает. Вот теперь подпирают. Выше еще. Еще маленько выше. Вот так. Все. Начинайте. Криво стоит. Кого-то не хватает. Ваня его даже может там вверху подкладывать. Так, стрём туда. Нет, там надо наверху уравнивать. Так, лезьте, наверное, Володя, туда. Он один тут подаст. Ровно, чтобы там укладывать их. Пока-то можно, наверное, не залазить. Ну ладно, делайте. Сейчас, попозже. Если возражение есть, уже делайте по-своему. Я нигде не настаиваю. Я говорю, как лучше. Чтобы как можно больше вошло. Вынеси, потом долбить. Смотри, как это комар лютует. Но я гляжу на горизонте, он там тучи, видать. О, комар-то сколько комара. Набрали с собой всего. Я сеточки взял. У тебя здесь есть сетки такие пчелиные? Это не одной? Интересно. А если сетки взять надо? У Романа там есть. Я себе взял. Смотри, чтобы не ударило крышкой. Надо подталкивать. Такие-то маленькие тут и Ваня подал бы. Давай. Штурмует Володя. Это нам надо унести. Давай. А вот под ногами это опилки, но они оказались такие продолговатые. И их у нас не берут, хотели взять. И сегодня я сказал на картошку рассыпать. Они поставили машину, под машиной буквально. Я ночью проснулся, второй час ночи. И сна уже нету. Думаю, не дай бог, какая искра попадет, тут она как порох. Ух, какой комар лютой. Это мы у Владимира Пащенко. На усадьбе. Нет. Ну ничего, один подает, другой вплотную втыкает там. Вот так. Которая длинная, отдельно пока клади. Потом, чтобы... Потом сверху там жерди положить надо, все остальное. Инструмент. Утро какое хорошее. Комара сколько. Обязательно одеться надо. Все, Ваня, где остальные-то? Закрывайте там все двери, все форточки, все. Комар залетит. Собаку там где-нибудь подальше убери, чтобы ее не заели комары. Это у Павла развал. А только белорусские какие-то фильмы снимать. Вот какое все заваленное. Ну, хозяина не было. Что спрашивать? Это отломилась у облепихи ветка. Решили посадить. Она полдня лежала на жарком солнце. И, конечно, она не взялась. Засохла. Все. У нас сегодня 19 июня 2017 года. Вот рядом. Это колочки такие. Видите, в какой в зелени находимся. Дети-то еще не встали. Или встают уже. Ну-ка. Узнаем. Дверь настежь открыта. Там тоже открыто. Ласточка рядом сидит. Ой, блузка тут идет. И не видать даже.
Доброе утро. Доброе утро. Как они тут? Я вам сказал, тут вот этот опилки не забудьте, все растащите. Да сейчас, до завтрака растащите. А там еще не встают еще? Нет, уже время 5 часов. Блять, опаздываете. Ну-ка. 5? Есть 5. Все, никак не просыпать. Что-то тут комариков не напускайте. Девочки, подъем. Ну-ка, маленько глянуть. Нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Все. Ну, перехватим. А почему электричества здесь нету? Оно вон там, вот, знаете. Где-то в другом месте? Вон. Ага. Картошечку. Мне сегодня ночью вот это как только подумал, что опилки-то вот эти длинные лежат стружками. Ужаснулся. Думаю, не дай бог, искра попадет, и машину никто стронуть с места не может. Ну, уже кастрюля, все. Готовится. 19, сейчас 20. 27 у нас прибывает сразу из двух мест. Из Канады, из Екатеринбурга. Вася едет. В курсе Вася едет, Лапкин, с девчонкой? Да, тоже едут. Ну, когда, не знаю. Ну, они вот уже скоро должны приехать. А кто тебе сказал? Валентина Тихоновна. Ну, я думал, да, дополнительно. Когда едут они? Они уже едут. Уже считай, едут. Считай, на днях прибудут. Ну, все. Так что девчонок больше будет. Да и оттуда больше. Но зато ребята с Екатеринбурга. Сколько он их возьмет? Ну, я вас не дождусь, что-то где-то долго копаетесь. Женская команда. Хоть бы дали глянуть, как они... Вот так. Вот зашел сюда. О! Вот Марина хозяйничает. А стол расставляет. Сейчас мы загрузим машину, поедим. На той стороне видно скворечник, называем. Там, где я нахожусь. Не путись под ногами. Иди туда там, в ту комнату здесь. На кухне не надо никого держать. Показать, как у нас тут дело обстоит. Вот вот продолжает работать. Готовы, это не так и трудно будет погрузить. Дорого набивай, а тут в сторонке где-то инструмент положить тогда с этим. Только сверху, чтобы нам быстро можно было взять. Ты самое крупное бери пока. Самое крупное на середину пойдет. О! Вот видите, лагерный распорядок перешел сюда у нас. Приучаем детей к раннему вставанию. Это очень полезно. Хорошая хозяйка будет. Так. Так, что, подожди, что ты за ним ухаживаешь? Я воду, зубы чистить. Он знает. Так, ту полную кружку, подожди, какая вода? Теплая. А зачем? Зубы, а ломит, там ледяная вода. Да какая она ледяная будет, когда она злосточат там маленькая? Иди, ну, не выдумай. Ну все, иди. Вылей, все, иди, все, мой иди, там. Иди там. Почерпни маленько и уходите оттуда. Вон тогда дальше в траву. О, видишь, как мать его говорит, а он, парень-то это требует внимания особого. Какой? Ну, говорится, уши мимо, ниже спины же пришиты. Зубы приучили чистить. О. Ну, видишь как.
Куда, говорит, царица пешком ходила или царь? На этой стенке провода висят у тебя там, и надо будет еще подобрать, это маловато. Больше взять проводов надо, увезти, легче тогда будет. Ну все. О, зубы драют. Алло, отойдите маленько оттуда. Утром рано толкетесь там. Я даже не знаю, куда вас. Уйдите оттуда, вот сюда вот подойдите. Вон туда. Там выходит женщина, вы рядом торчите около туалета. Вот сюда, вот здесь в траве, и мы что, трите зубы свои. Потом к стоматологу пойдете.